2019 год, Санкт-Петербург. Ну и вопрос всем тем, кто посмотрит этот ролик, задайте сами себе, насколько все это актуально, либо для вас это не актуально. Хочу вам пару слов от того, что Карл Маркс сказал когда-то давным-давно про классы, да, то есть его там теория. Так вот, там было у него три класса. Были капиталисты, это лица, владеющие собственностью, рабочие крестьяне, это лица, не имеющие собственности, но способные продавать свой труд за определенное вознаграждение. И интеллигенция. Лица, не имеющие собственности, или она незначительна и занимаются деятельностью, не связанной с производством, созданием и распределением капитала. Да, ну, так как Карл Маркс это давно, и все течет, все изменяется, то, соответственно, можно добавить сюда рабочую интеллигенцию, ну и чего-то еще. Ну и, в принципе, пускай каждый сам себе добавит, что именно. И главный вопрос, который здесь возникает из этого видео, это много ли вам по телевизору рассказывают о том, что существуют классы, или нет? Или вас все-таки пытаются втащить в какие-то межконфессиональные распри, там, рассказать о том, что есть разные национальности и так далее, да, то есть как сильно вас всех уводят именно от классовой борьбы, ну и насколько актуально для вас наличие классов в существующее время в Российской Федерации. Ну и попрошу ответы аргументированно. Всего хорошего!